Могу быть через сколько? Он не слышит. У него же... Так ты что, Саня, решил контру поиграть? Дэн, Денис, Денис. Саня! Ну. Я говорю, ты решил контру поиграть. Даже не думаешь. Да мне, видишь, мне... Меня же выгнали, блядь. Тебя никто не убил. Меня бот убил. Мне контра как-то больше нравится. Она серьезнее просто, да? Как Толян говорит, там выброс адреналина намного серьезнее происходит. А вы адреналин янки, да? Янки. Что за бред, блин? А что сделал, блядь? Так, есть люди. Вот они. Сколько тут у нас? Один тут только они... свернул. А еще где? Второй свернул. Они эти дома свернули. Вам летает один чувак. Так, нужно оружие. Оружие. Пиздец какой-то, я вообще убить не могу никого. Какой-то пустой здесь. Я уже все взял. Ну и самый хитрый. Не-не, я все оставил тебе оружие. Пока уже. Ты броник, наверное, понабрал. Да-да-да. Не буду тебя. По бронику я запакован уже по шлему. Здесь, пацаны. Бран, ты че? Что за хуйня? Мам, ты что делаешь? Ай, мам, что ты его не убил? Нет, у меня оружия не было же. Как не убил? Бля, я смотрю, ты передо мной. Видишь, что мне аптека нужна срочно. На. Или бинты. На. Давай. Не забежал. Блин, нормальное оружие есть вообще? О. Ох, кто так быстро так снимает? Это Денис. Пацаны, у соседних занят, скорее всего, тоже есть. Чувак, вот справа. Да? Хуйня, блядь. Это хрень. Ну, блин. Где я видел этот восьмерку, блядь? Вот здесь, возле меня восьмерка. Где? Там коряк лежит, если надо, пацаны. Так, ну что, пойдем потихоньку на улицу посмотрим. Ангары. Так, ну у нас, во-первых, эти типы еще. Ну там дальше, это одна команда и была только. Кажется, одна. А, те, которые там были. Можно нет, туда пройти, не без разницы. Я имею в виду вот на те, на СЕ. Ангара два больших. Ну да, я туда и хотел. А, ну да, пойдем. Влево или вправо куда-нибудь? Давай. Пойдем вправо. Сюда.
Тут, походу, никого не было. Нет, был один этот, здесь упал. Я видел. Я имею в виду, тут никто не лутовал ничего. Может быть. Там точки тут есть, пацаны, берите, если надо. Возьмите мне один примотал. Восьмерку взять. Коннектор. Я нашел примотал. Восьмерку нужна кому-то? Да, мне нужно. Вот здесь рядом со мной восьмерка. На, внизу. У всех восьмерки есть? Да. Только семерку надо. Все, Женя, у тебя не влазит уже, ну что ты? И богу. Да не, ну это пихает и пихает. А, безразмерный так, у него. Рюкзак. Ладно, играйте. Давай. Давай. Давай, Сань. Если что, зайду к вам еще. Ты спустись давай куда-нибудь ниже просто и дышь. Или ты выходишь с компьютера? Не, иду. Не, иду с этого, с TeamSpeak'а выхожу. Пойдешь, что ты будешь делать? Я с КП играю. Ну, ниже спустись и все. User disconnected from your channel. Что, пойдем к тем типам? Они вот на эти дома, по-моему, долбали. Где? Как посмотрите? Да, они ушли, да, вот так. Вот дверь открыта, они ушли, вот так ушли. Промышленно. Вижу, через дорогу перебегает. Еще трое. С другой стороны будет. Не, там же. Блин. Попадать. Там трое, короче. А, в доме в этом? Нет. За деревом я в доме вижу. Дальше. 15. А где за деревом? Вот попал. Так, не вижу, блин. А, вот к домикам к этим подбежим, давай, Таран. Давай. Я уже у них. Можно сказать. За дерево у нас 130 поднимает, наверное. Они тоже туда. Так, дверь открыта здесь. Мран, осторожней. Так, тут чисто. Где? Да по этому входящему. Надо зажимать их.
В домике зажимать или что ты имеешь в виду? Их зажимайте, а, там, куда Николаевич. Они идут. Куда они идут? А где я их не вижу, блядь? 65. Блядь. Пацаны справа нас рубят, ёпта. Все, пизда мне. Я его вырубил. Пацаны, поднимите меня. Быстрее. Давай, можешь туда? Давай уже, иначе. Да. Давай, лучше. Хорошо. Сейчас дом, хорошо? Да. Я бинты только, ладно, я отличусь. Давай. Да, у меня 20 штук, я отличусь. У меня есть, подожди. Точно, бинты у меня тоже, блин, нет. Третий прицел нужен, Имран? Есть у меня. Восьмерка. Все? Ребята. Все, что ли? Каску где-нибудь видели хоть первую? Нет. Мне броник надо, блядь. Подождите, я каску возьму. Не убегайте. Кого? Даже машина есть. Ты, блин, еще и стреляет, типа. Это целая броня третья лежит. Кому не да? Так, этот. Сейчас не нужна, конечно. Где лежит? Уже не лежит, Имран. Извини, конечно, но уже не лежит. А, ну, хорошо там. Просто я не заметил. А вот тут нашел, да, двойка, нормально все. Гранат нет. Поделиться кто-нибудь аптекой со мной? Одну. Давай. Одну. А ты всех залутал, Дэн? Нет. Двоих там. Один я только дороги, одного видел. Один внутри дома, посмотри. Может быть. Я думаю, уже все забрали. Нет, три. Три штуки. Не-не. Там компенсации нету, Дэн? Еще третья каска лежит. Есть. Я забрал это прям. На винтовку ты имеешь в виду? Ага. Я его забрал. Стила, кто его пристрелил? Это не я его. Че, в доме говоришь, да? Нету, нету. Так, опа. Лач. Куда? Это вот 310. Вижу. Вижу. Где? На 300. Прикольно, да, это стреляет? СЛР-ка с глушителем. Ты аптек так и не нашел, да, Дэн? Да, держи. Кого не нашел? Аптек. Не-не, все, 4 штуки тогда. Окей. Более чем. Так, зона идет. Не идет, пизжу. А вот машина есть там же, был же. Нам можно просто нет. Выше подняться. Там где... Женя. Женя! Что ты там горлопанишь? Чуй горлопаню. Бегает на 260, спускается вниз. Надо до дома бежать. Оттуда уже посмотрим.
по ситуации будем действовать. Ну, скорее всего, нам сразу в зону надо будет следующую. Шлем второй лежит. Кому надо? Кто? Шлем второй. Слушайте на винтовку. Вот, Алян, где? Я могу тебе компенсатор на винтовку дать. Не-не, на винтовку снайперскую. Ну, на снайперскую мне и нужно. А вот оно тогда. А ты на втором. А тебе сэля. Вот он. Не, вот он. Нормально. Такой. Ты должен думал на автомат или ничего? Да. Можешь забрать его обратно, если хочешь. Не. Уже не. Так, это кто стрелял? Это ну 350. Вот не по нам, по-моему. Че, выше будем подниматься или че? Да, вот по-любому. Че зона будет? Пойдем. Жека. Че же вы, блядь, ломитесь? Че? Ты на этом белом снегу как белое черное пятно, ты знаешь? Я даже если тебя не высматривает, они тебя заметят. Вижу чела, он 340 бежит. У меня люди. Николаевич. Вижу. Николаевич. Твои кнопку. Ты убил его сразу или что? Не, вот он сейчас сидит. А вот он, справа. Он в окне. Да. Я лечусь. Еще есть? Да, еще есть. На верхнем этаже. Ну тут, конечно, лута очень даже много. И аптеки забрал. Мне болики нужны. Болики есть тут. Возьми. Подожди. Так. Аптечку обратно давай. Третий шлем забирай, а у тебя тоже уже. Тех по третьему. Нет, у меня третьего. Да, ну. Нет, третий. Блин, там лежит третий, целый. Абсолютно. Да, это целый же, да. Вот аптечка есть. У меня 5 аптечек, хватит. Охуеть. Так, ну у меня 6 самого. Так. Там вот двое еще внизу были, пацаны. Не, все уже, зона, давайте. А, да, действительно. Машины есть. Вот тут. А где тачка? Где ты говоришь, тачка есть? Вот тачка стоит как раз.
Давай. Стой, 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 теперь стой-то, Тимран. Давай. Поехали, Дэн. Дэн, ты за рулем. Жека где? Ага. Ну, Жека сам. Жека там. Мочки. Посмотрим тут. Может, что есть. Заезжай, да. Блять, у меня, по-моему, винтовка, первое оружие. А, все, все, все. Есть. Дед, нас здесь прибили, помнишь? Да. Так, куда, интересно? Куда нам? Надо бы. Ну, надо в одно место куда-нибудь, ребята. Да, да, да. Давайте вот сюда, вот, верхнюю. Тут. С задних подождем, наверное, от зоны. Не, вот тут как бы... О, кто стреляет так? Так. Жека, ты стреляешь или нет? Нет, на СФ стреляет. Ну пусть пока стреляет друг друга. А, тут как раз дроп подать из этого, да? Помнишь, нас Дэн здесь с тобой пристрелили? Да, помню. Ну мы тут и народ настреляли, я тогда помню. Зона у нас. Зона у нас, давай подождем тогда. Мы нельзя упускать. Ну ребята, про сзади нельзя забывать. Они могут со скал с других на нас просто спину расстрелять. Как тот раз, да? Давай смотрите кто-нибудь это, я здесь вот посмотрю. Если меня положат, бьют, и узнаете, что в спине кто-то. Давайте вот так вот, да. Так, давайте я вот тут смотрю. Жека, ты не спишь? Нет. Что-то ты сегодня какой-то уставший. Что такое? Все знаем, Жека. Сядет за компьютер, засыпает за ним, но это куда годно. Может быть, этот не выспался ты сегодня или что? Нормально. Нормально, да? Угу. Такая синька настоящему белорусскому парню нипочем. Нормально. Этот, а ты был за границей? Нормально. Кроме Польши. Нет. Зачем? Просто интересно. Может быть, что, будем все здесь? Ну пока зона у нас. С родителями ездил, может быть, куда-то в какой-то, знаешь, курорт там. В Чехию куда-нибудь. Может быть, с женой ездил в Париж там. Настолько богат. Париж. Как? Настолько богат. Париж ездит. Чел, вижу, он 290 близко возле меня. Кто? 190? 290. 290. Вижу. За камнем. Дал. Там еще один был, Дэн, Жейк, дальше. Там их двое. Тебе скажу по секрету. Один возле меня, ну что, бегает. Вот за камнем вот. Смотри.
Зашел, блядь, сюда, сука. Пацаны, зашел Жека сзади, сзади. Блядь, хорош. Блядь, рабель его. Жек, хорош. Так откуда он зашел, блядь? Да я так и думал, что он по низу там пройдется и зайдет. А, пока мы с этим занимаемся, да? Жека же говорит, он уже него близко. У него есть этот броник? Я не видел. Посмотри. Кабшин 290 есть, крендель. Это за камень. Нам нужно вниз, да? И один барбос на 220. Только? Видишь, что ли, или чё, Жек? Видел его, он забежал за дом, в доме, по-моему. На 220, в большом. Двух. И один на 190, на 300 с чем-то. Так, надо, пойдем в этот. На крыше ставит он, на крыше. В зону, надо в зону идти, ребята. Идем в зону, и там оттуда будет. На крыше, где этот полкон? Пацаны, давай. Вон чел, он сзади бежит. Я один сзади. Прикрывает. 320, 320, за деревом. Ах, блядь. Блядь, надо помочь. Давайте спускать, можете отойти? Где он? Отсох, его убили. Кто-то убил. Давайте, да? давайте отойдем тогда. Да, давай. Пока время дают нам. Звони сразу. Бронька нужна, пацаны, посмотрите, бронька где-нибудь. Они идут, как он. Можно. Куда, Толян? Блять, вперед. Вижу типов. Блять, нам подойти надо, да? Да. Кидайте дымы. Ох, блять. Под забор надо, Дэн. Я знаю, вот он. Вот, блин. Спасибо. Че, 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 че там надо? Да? Можете поднять мне? О! А че, все, что не хочет? А ты думал, что Толян стреляет, да? Я даже не смотрел на счет, я думал, что минимум 4 человека. Как мы их, да, Дэн? Угу. Ай да мы. Ты сегодня играл днем? Нашел себе сопли? Нет, никто не, этот, не сел. Давайте это, другую карту. Я пострелял и в Counter-Strike маленько порубился. Ты любишь, да, Counter-Strike? Ну так.